Здравствуйте, дорогие подписчики, а также гости нашего канала. Сегодня вашему вниманию представляем турецкий пружинно-поршневой пистолет Хатсан Мод 25 Super Charger. Пистолет поставляется в картонной коробке, в которой находится сам пистолет, паспорт изделия, а также надульник. Рукоять выполнена из пластика. Основные части выполнены из стали. Открытые прицельные приспособления регулируются в двух плоскостях. Мушка также регулируется. Надульник нужен для того, чтобы было проще взводить пистолет. Данный пистолет переломного действия, то есть, чтобы совершить выстрел, необходимо переломить ствол. Ствол на данной модели нарезной, соответственно, стреляет он свинцовыми пулями калибра 4,5 мм. Предохранитель на данной модели автоматический. Проверим скорость выстрела из нового пистолета. Пули устанавливаются непосредственно в ствол. Вес пули 0,45 грамма. Данный пистолет подойдет для спортивной стрельбы, а также стрельбы в тире по мишеням. В среднем пистолет выдает около 166 метров в секунду. Приобрести данный пистолет вы можете самовывозом из любого розничного магазина сети Airgun. Подписчикам нашего канала предоставляется скидка, так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик.